хотели на контратаку сегодня сыграть. Вот не получилось, наверное, немножко игра впереди. Вот, на ноль сыграли, задачу у своих ворот выполнили, там не реализовали и не смогли, ну, создать то, что планировали. Показалось, что в конце, после минут 20-15, мы скорее прибавляли, а Копенгаген уже не было сил. Ну, можно сказать, что второй тайм мы чуть получше выглядели. Вот, были такие полумоменты, но говорю, что реализации какой-то игры впереди сегодня не очень получилось у нас. Многие говорят, да, что в атаке не ярко, но тем не менее стратегически, наверное, очко на выезде, да, в первом раунде с самым сильным соперником, может, и хорошо. Посмотрим дальше. Надо сейчас уже переключиться на чемпионат, игру забыть и уже пока забыть на какое-то время о Лиге Европы, потому что сейчас главное. Предстоящая игра 18-го в чемпионате. Какая задача была вообще перед вторым таймом? В первую очередь не пропустить или постараться забить все-таки? Ну, мы играли сегодня на победу, просто выбрали тактику такую от обороны, выбегали в контратаке. И говорю, что еще раз повторюсь, что не получилось немножко впереди реализовать то, что задумали. Как вам соперник в целом вообще? Ну, сейчас нет слабых. Говорят, что у нас самая слабая группа в Лиге Европы. Я так не считаю, потому что все команды имеют играть. Со всеми будет тяжело, если мы не будем показывать свой максимум, работать на поле друг за друга, то мы не будем из группы.